Курцхар, пятнистая четвероногая. Курцхар как пятнистый шоколадный попрыгун. Эти переменчивые собаки-охотники могут пробегать километр за километром. Их использовали для передвижения, охоты и выслеживания. Курцхары очень энергичные. Есть версия, что курцхары участвовали в египетской кампании 3000 лет назад. Популярной эта порода стала в 19 веке в Германии. Это смесь наварского и английского пойнтеров, далматинца, веймаранера и венгерской выжлы. Целью была не красота, а способности. Но получилось неплохо. Цвет может быть разным, как и способности. Не знаете, какого цвета ваш курцхар? Посмотрите на нос. Они получили имя благодаря стойке, которую принимают во время охоты, когда чуют дичь. Они замирают, взгляд устремлен в одну точку, поднимают лапу и хвост. Они похожи на стрелу. Если вы начнете играть пером с 8-недельными щенками, начнется охота. Эта короткая шерсть имеет водоотталкивающие свойства и поддерживает постоянную температуру тела. Короткошерстным собакам хорошо на земле, в воздухе и в воде. Видели, как они прыгают? Они отличные атлеты, могут бегать бесконечно. Пойнтеры превосходно прыгают. Они очень худые, нагрузка на суставы небольшая. Сильные бедра позволяют сильнее оттолкнуться. Вперед! Теннеру 10 лет, но прыгает он как кенгуру. Его рекорд по прыжкам в длину среди ветеранов составляет 7,5 метров. Это длина двух припаркованных рядом машин. Сегодня он сражается в Луисвилле, штат Кентукки, на первом этапе чемпионата мира по собачьим прыжкам в длину. Он достал свою игрушку из воды, прыгнув с 12-метрового разбега. Длина прыжка измеряется от хвоста до трамплина. Так что у всех равные преимущества. Сью Барнс и ее собака начали принимать участие в соревнованиях в 2005 году в Де-Мойне, штат Айова. После начала соревнований мы занимали 19-е, а потом 17-е место. Нам очень понравились соревнования. Теннер радуется и все время виляет хвостом. Конкуренция жесткая. 165 команд. Теннер самый старший, но для него это не имеет значения. Его прыжок 6 метров. Это дает право перейти в четвертьфинал. Во время разминки и соревнования Теннер прыгнул больше 10 раз. Вот вам и возраст. Кто оценит этого пса по достоинству? Теннеру нужно прыгнуть на 7 метров, чтобы выиграть. Это его единственный шанс. Он занимает позицию и ждет команды. Давай! Последний прыжок — 6,5 метров. Недостаточно для первого места, но хватает для третьего. Теннер и Сью получают медаль. На этих выходных Теннер участвовал в полуфинале. Для его возраста обставить молодых собак и занять третье место весьма престижно. Я горжусь им. И у молодых, и у более взрослых курцхаров достаточно энергии, чтобы веселиться каждый день. Он может пробегать по лесу без поводка очень много километров. Плавание улучшает циркуляцию крови по телу без лишнего напряжения. Это особенно полезно взрослым собакам.
Курцхаары склонны набирать вес, так что вам стоит следить за калориями и правильным питанием, чтобы поддерживать собаку в форме. Дрессировка. Курцхаары очень легко поддаются дрессировке. Огромным заблуждением является мнение о том, что их сложно дрессировать. Их нужно стимулировать, чтобы они сами этого хотели. Тогда курцхааров гораздо легче тренировать, они очень активны. Но если не хотите уделять им достаточно времени, будет сложно. Нужно приложить много усилий. Эти собаки хотят работать. Если не давать им проявлять свою энергию, они становятся непослушными и дикими. Они отличные компаньоны, но детей нужно держать подальше. Эта порода живет до 15 лет, но за их здоровьем нужно внимательно следить. У этой породы с большой глубокой грудной клеткой существует такая проблема со здоровьем, как вздутие. Вы должны знать, что они проглатывают слишком большое количество пищи довольно быстро, и она ферментируется и раздувает желудок, как воздушный шар, что иногда приводит к завороту кишечника. Такое состояние довольно опасно. Существует также проблема с надпочечниками, болезнь Аддисона. Курцхаарам каждый день необходимы физические нагрузки в течение 1 или 2 часов. Плавание подходит больше всего для взрослых собак. У этой породы мало проблем со здоровьем, их нужно постоянно тренировать. Хорошо подойдет для семьи с подвижными детьми.